Новый год, я что-то не вижу, надо уже, пора. Я думаю, в Туле уже стоит. У Белого дома напротив Владимира Ильича Ленина уже она красуется, ждет уже, а к вечерам, наверное, молодежь уже собирается, топчется. Здесь что-то запоздали, ребята, запоздали, пора уже. Конструкция состоит более чем из нескольких тысяч деталей. Металлическая основа укрепляется бетонными блоками, которые предотвратят опрокидывание в случае сильного ветра. Каждое соединение по нескольку раз проверяется специалистами-монтажниками. Елку по указанию администрации города мы начали собирать вчера. Собираем силовую конструкцию пока что. Сегодня, может, если успеем, начнем уже ветки ставить. К понедельнику, ко вторнику елка полностью стоять будет. Величина новогодней красавицы 25 метров. После монтажа основную конструкцию елку украсят новогодними игрушками и световыми гирляндами.